Яна Еремеева уже приноровилась к новым клавишам. В этом году она заканчивает музыкальную школу, но на пианино Михаил Глинка прежде не играла. Таких здесь просто не было. Ученики пользовались инструментами, которые стоят с постройки здания. Новые инструменты, они вообще как бы лучше по звучанию, они более глубокий звук. Не то, что старые. Сдавать выпускные экзамены Диана будет уже на новом пианино. В Кольскую школу с помощью нацпроекта «Культура» купили 3 таких. Еще 2 японской фирмы «Каваи». У этого фортепиано еще нулевой пробег. Оно не знает ни современной музыки, ни классики. Здесь в кабинете оно может проработать где-то 25 лет. И за это время поможет вырастить несколько поколений кольских музыкантов. Это пианино звучит легче и звонче. Его используют для более экспрессивной музыки. Воспроизвести на нем любимого Чайковского Диана еще не пробовала. Это действительно здорово, когда в музыкальной школе, в детской школе искусств, есть фортепиано разных производителей. Потому что у разного производителя совершенно разное звучание. И для школы очень важно, что вот появились новые инструменты. Конечно, детям на них будет комфортнее играть, они лучше будут держать строй. Мы надеемся на это. Кроме 5 пианино, в классах появились интерактивная доска, новые пособия и кресла в концертном зале. А в следующем году школу ждет капитальный ремонт. Александра Клепцова, Татьяна Лежняк, ТВ 21+.